Всем привет! Вас приветствует Чинчила Ферукрейн. И сегодня мы находимся в одной из наших кормовых. В данной кормовой у нас хранятся травы, которые мы собираем летом для наших шиншилл. Позади меня вы можете видеть, как, собственно, хранятся травы. И мы сейчас с вами немножко пройдем по помещению, и я вам хочу показать, как выглядят палеты, на которых хранятся корма, травы, сушка, и как проходит система вентиляции в наших кормовых. Вы можете видеть, что вентиляция проходит по стенам, по потолку, с другой стороны и заканчивается на полу. Сверху стоят, вот вы можете видеть, поддоны, на которых хранятся мешки с кормом, трава. Обязательно от пола должно быть расстояние. Это для того, чтобы циркуляция воздуха была максимально хорошей. Также корма желательно вот хранить всегда на палетах. И при температуре определенной, и влажность не должна превышать более 60%. Если влажность будет превышать 60%, начнет развиваться плесень, скажем так. И это уже будет корм, которым животных кормить нельзя. Ну вот, собственно, вы можете видеть, как проходит вентиляция, как выглядят поддоны. Все-все-все наглядно. И также смотрите наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!